77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне торжественно отмечают в микрорайоне Чкаловский. За моей спиной военнослужащие 8-й авиационной дивизии особого назначения, здесь их несколько сотен человек. Ну а по другую сторону жители, они пришли вместе с детьми. Здесь, конечно же, присутствуют и ветераны. Совсем скоро начнется торжественный парад. Этот день мне значит очень много. Родной брат, любимый погиб. Вот. И все-таки пришла победа. Был в оккупации. Вот, все знаю. Видел бои и участвовал в два боевых передачи. Помню, как начинался и как заканчивалась война. Это великий праздник. Чкаловские летчики отмечают День Победы с особой гордостью и уважением к прадедам, воевавшим в Великую Отечественную. В 41-м на местном аэродроме были сформированы истребительные и штурмовые полки, полки пикирующих бомбардировщиков, разведывательные эскадрильи из 300 летчиков-испытателей. Сегодня небесный щит Родины защищают летчики 8-й авиадивизии. На сегодня наиболее остро, больно звучат слова Великой Победы. Это действительно великая победа, которая досталась нам страшно тяжелой, тяжелым потерей людей, городов. И сегодня, проводя специальную военную операцию на Украине, мы боремся с тем же фашизмом. Хочется выразить признательность нашим ветеранам, пожелать всем жителям, всем гостям нашего городского округа, военнослужащим здоровья, терпения и мирного неба над головой. Наши героические предки победили в 45-м фашизм. Победим и сегодня. С Днем Победы! Ура! Торжественный митинг завершился возложением венков и цветов к вечному огню на мемориале, отдавшем жизнь за нашу советскую родину. В церемонии участвовали командование дивизии, почетные гости. В этот момент раздались троекратные залпы оружия. Кульминация праздничного мероприятия – парад военнослужащих Щелковского гарнизона. В первых рядах – офицеры 8-й авиадивизии. Замыкали колонну батальон охраны с боевым оружием и юнармейцы в песочной и небесно-голубой форме. Я здесь, потому что, чтобы почтить память своих предков, у меня воевал прадед, у моего мужа воевал дед, он был танкистом, дошел до самой Варшавы. Поэтому это всегда парад, это для меня гордость. Ну, соответственно, хочу, чтобы все было хорошо, мир во всем мире. День Победы со слезами на глазах. Трогательно очень. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.